Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и мы с вами продолжаем колесить по колесам, по счастливым, по веселым, по любым. А первый уровень, до сегодня мы опять продолжаем игры из списка игры. В принципе, уровень вкопился, это маленькая игрушка из списка предложенных вами уровней, которые вы предлагаете на сайте, на который там в описании есть ссылка для уровней. А первый на сегодня от дилетанта под названием «Мне не жалко». Ну, раз не жалко, давай посмотрим, чего тебе там не жалко. Ну, это уже чит. Ой, лошай! А чё ты так всё по изи? Ух ты ж, бляха, смотри-ка, изи и не прокатило. А, не, нормально. Нормально всё. Тихо. Вот сейчас я взорвусь спокойно. Сейчас надо как-то взлететь и ничего не задеть. Ага. Нормас. Они все взорвались, смотри-ка. Изи хард. В смысле? Ай, тихо, а где выигрыш-то, я не понял. А, вот он. Вот он, отлично. Красава, только... Там что-то было написано про русский. Ну-ка, подожди-ка, мы сейчас звучок-то услышим сегодня, нет вообще? Отцепи меня. Вот, спасибо. Это как так сейчас было-то? Сидушка со мной поедет, тоже неплохо. Да, алё, куда ты меня взрываешь? Там мин не было никогда в жизни. Ох ты ж, бляха, красава. Вот это молодец, это прям метка. Это было четко, к этому хрен доедываешься. Тут серьезно, прям все красиво, прям в го... Да ёб ты, дай проеду-то, алё. Дай, иди в жопу. Спокойно, опа, ага, вот так вот хорошо. Он мне поставил мостик еще, смотри такой, чтобы я спокойно заехал, и все было замечательно. Где там мина-то, я не вижу ее. А, под монетками, наверное, спряталась, едет твою. Спряталась под монетками, мина, прикинь. Положил, чтобы я ее не заметил. Ага, я взял и заметил. А, hard basket through. Мы будем кидать тяжело в корзину и сквозь. Ну-ка, давай посмотрим. Hard basket, вот она. Так, пресс для больше шаров, окей. Надо попасть... О, ну понял, давай. Ага, я на это-то не попаду. Ты издеваешься, нет, там, блядь, с полэкрана, как-то попасть в него, вот, красава. Ага, нет, еще разочек. Ага, нет. Это реально не попадешь, ну-ка. Вот он, троечка, трешечка. Бляха, перескочил, маленький, ладно, ничего страшного. Да куда так далеко-то? Ну-ка, еще разочек. Опа! Сука, надо кидать дальше туда, дальше, прям. Они сами мне тут появляются еще, нормально, во. Вот он, вот это 100%, смотри. Ха! Я думал, зелененькую надо попасть. Ну хорошо. А Владок Ня был фрурет. У нас сегодня одни фрушные уровни будут. Хорошо. Красный был скру. Смерть, бум, мертвый Санта, ничего, плюс 3. Окей, привет, Димка, добро пожаловать в Болтру. Вот так вот, да? Вот это вот называется добро пожаловать. Не успел прочитать, уже помер. Это не как-то... Во, плюс 3, хорошо. Вот, нормально, только 4, наверное, ну да ладно. По-моему, это 4. Я ничего, конечно... О, попал, отлично, хорош. На-ка, не туда, тихо, спокойно. Опа, сука. Выкинь! А, я хотел ее выкинуть. А я мог ведь ее поймать и выкинуть. А куда попасть надо? Вон между желтой и зелененькой, что ли? Я просто как бы больше не вижу ни одного. Да ёб ж ты! Опа. Плюс 3, ладно. Мертвый Санта. Ну хорошо, поздравляю мертвого Санта. Взрыв Тимми. Опять мертвый Санта. Нет, тихо. Да возьми! Возьми! Опа. Бля, ах, а, ну отскочи посильнее, почему они так, вот, до этого я не дотянусь. Подожди, тут нет победы. А, плюс 3, ладно. Мертвый Санта, ничего не будет, хорошо. Ёп, тихо, нет, туда лететь. Бляха-муха, вот эти вот громкие, не понятно, зачем их вставлять, к ним уже все привыкли, их уже никто не боится, а тут как, сука, жарит по ушам. А вот если кто-то сидит тоже в наушниках, как я, ты представляешь, каково ему услышать вот этот внезапный звук?
Надо же аккуратненько, тихо, так спокойно, на положительной, позитивной ноте. Так, еще лучше вообще самому пропеть. А тут вставляют 700 тысяч звуков подряд, как обосрешься. Просто сделай это от Кайли Квист. Для Куплинова Play канал. Окей, убирайся. Чего это? Че такой злой-то? Да ну не надо, слышь, завязывай. Ага. Спокойно! Жопа! Тихо! Бляха! А можно вот эту возьму? Дед, ты не против? Воу-воу-воу-воу-воу! Ах ты ж, сука, старый какой хитрый пес! Да хватит меня стрелять там, алё! У, блядь, каска спасает от стрел? Никогда в не попал. Да хватит! Я не ёж, я человек! Блядь, каска спасает от стрел, но она... Просто, короче, прибивает человека вниз. Спокойно. Все, я без каски, я умираю. Не, нормально. Да хватит стрелять-то, ёпты! Хватит! Бляха. Ага. Минус стрела, отлично. Давай. И опа. Отлично! Так. Теперь надо попасть наверх. Тихо, главное, чтобы не, это не ударило меня. Не! Фараон. Фараохон. Что-то типа того. Пога Джамп Ред. Это будут красные прыжки. Привет, мое имя Параох Ван. Каждый новый уровень я делаю различные цвета. В этот раз уровень красный. Да, классно. И все. Это... А, тут еще плавающий топор. Ну нихера ж себе. Уровень красный. Но это не обычный Пога Джамп. Это что-то... Вот так душа улетает в рай. Именно так. Ой, жопень приклеилась. Ладно, ничего страшного. Тихо. Оу-оу-оу-оу-оу. Он прям перед смертью такой. Сука, придурок. Он вообще ничего не боится. Походу. Я так понимаю, остальные уровни такие же, только цвет другой, судя по описанию. Так, ладно, быстрей. Ёпты. Главное сейчас на топор не рваться. Где топор? Вот он топор! Гениально! Просто прям именно так, как надо было. Вот! Вот это сейчас было красиво. Это было хорошо! Отвези меня, пожалуйста! Куда-нибудь! Отвези меня туда, где конец уровня! Ать! Бляха, да... Как эта херня висит в воздухе? Чё за наркомания? Чё за магия? Это я не понял. Так, сейчас топор полетит. Отлично. А, вот сейчас можно. Опа. Ха! Ай, да, конечно, тут что-то зацепись-то туда уже нет. Обманочка. Топорка на ебалочку, нормально. Ну-ка, где-то топор. Надо прислушаться внимательно и услышать его. Я его не слышу. А вот и он. Ха! А вот и до свидания. Тихо. Мина. Нет! Да, блядь, ну почему? Почему именно на нее-то столько пространства? Почему надо было попасть именно в этот сраный столбик? Ты еще живой? Почему надо было попасть именно в этот гребаный столб-то? Слазь давай, хватит придуриваться-то. Слазь, говорю. Оп, слазь. Вон туда. И... Я сейчас попаду. Давай. Да бляха. Отцепи меня, гребаный нож. Уйди, ты слишком глубоко забрался. Туда тебе нельзя. Ёпты. Сука, терпи, тебе говорят. Он не слазит оттуда никак, опа. Отлично, бляха, вот этот прыжок у меня прям получается, ну ура. Сейчас там летит топор. Вот он пролетел, я уже чую, опа. Ха, конечно же пролетел, тихо, сальтушечка. Быстрее, пока он не вернулся, быстрее. А, сука, нет. Вот он полетел, сейчас ждем пару секунд. И... Опа! Бляха! Сука, вот сейчас нарвусь на него, смотри. Опа! Сука, поджидает момент, когда я прыгну, ну с катырылом же надо прыгать. Да я знаю, что... Знаю я, что с катырылом, но бляха не нажался в этот раз. Опа! Вах! Тихо! Почему ты, бляха, в прошлый раз на минуту попал? Объясни-ка мне, пожалуйста. Фух, хорош, неплохо. Попробуй пройти шары. А в чем проблема-то? Пройду, конечно, без проблем. Это же всего лишь шары, таких шаров тут куча. Нет, ну какого хера-то ты, дурень-то такой? Ага, отлично, правильно, красавчик. Тихо. Опачки, магия движения, и все хорошо.
Bulldozer. Bulldozer. Hard glassway. Сложный какой-то стеклянный путь. Ульдозер. Ульдозер. Не скопировал чуть-чуть. Бульдозер. Happy Wheels. Ну, научись распределять слова-то нормально. Hard glassway. Окей. Удачи, друг. Это весело и наслаждайся. Ага, действительно, это весело, бляха. Ага, нормально, нормально, нормально. Отцепи меня. Бляха, это в натуре, это не весело, но наслаждаться будем. Давай, ладно. Ага, ага. Как так-то я уже в конце был? Что за херня? Вот так-то это делает, сука. Опять он. Да не хочу я проходить эти уровни, они непроходимые вообще, они какие-то все дурные, их невозможно пройти. Это надо быть просто, я не знаю, неделю сидеть, чтобы пройти этот уровень от этого вот Сачамун. Любой уровень возьми, и хер ты его пройдешь. Пицца-пикник называется уровень. Давайте лучше его... А, пицца-паник. Давайте по названию посмотрим. А, нет, не посмотрим. Ну, окей. Пицца-паник. Положить. А, это было у нас. Был такой уровень, отлично, отвечаю. Поехали! О, нормально. На, нахуй. Жри свою пиццу, тварь! Жри с пола ее, я больше никуда не понесу. Я сейчас тебе голову помассажирую этой большой пружиной и убью тебя, а весь мужик твой сожрет пиццу. Жри, что сидишь-то? Сидит, блядь, на нее смотрит. Напитков не будет, чуваки. У нас только пицца. Алкоголем не торгуем, газировкой нет. Жри, жри в сухую. Жри этот гребаный сухарь. Весело тебе? Жри сухарь, тебе говорю. Жри, сука. Покупатели умерли, идиот. Сам, блядь, такой. Пошел ты вообще в жопу тогда. Еще оскорбляется такой козел вообще. Уровни непроходимые делает, еще и оскорбляет потом. Что это за... Вообще, козел, да? Вот козел. Он нас с тобой назвал идиотами, представляешь? Мы с тобой убили покупателей. Чисто как бы в Happy Wheels вообще признано, принято то, что страдают персонажи. Но чтобы нас после этого называть идиотами, это правильно разве? Я не согласен на это. Ни в коем случае. Таркан Pro 188 Pogo Fight Full. Окей. А только 4 найдено. Закончи, пока ты найдешь что-то там. Чего, блин? Прощай. Окей. Сразу прям. Опа! Понял, дед, как это делается? Тихо, копье от меня, сука, убери. Опа. Да почему? Почему постоянно, когда ты, сука, перелетаешь кого-то, у тебя прям жопа как магнит. У него в жопе огромный здоровый магнит, который притягивает к себе... Что это? А, магия. Который притягивает к себе абсолютно любые металлические предметы. Старый, ну-ка отойди. Ты кто? Что с тобой не так? If you see finish line, someone Pogo Wicked, the God of War... Чего, бляха? Короче, если ты видишь финиш, ты красавчик. Так оно и было. Видишь, в этом уровне нас не обзывают идиотами. Не обзывают нас здесь. Не говорят, что вы дебилы, блядь. Нам тут сказали, что если ты видишь финиш, ты красавчик. И с этим я согласен. И ты, и я, и мы, и все красавцы. Кори 1987 Duck Hunt. Эх, помню, была игрушка такая, была. Ох, веселая игрушка. Хочешь такой с пистолетом в телевизор стреляешь, как дурак. А там птички умирают. Ну давай, правда, здесь пистолета нет, но... По-моему, подожди, такой уровень, по-моему, был. Ух, нихера себе. А, это я утка? Нормально вы придумали. Нормально, пацаны. Нет, такого точно не было. Нормально вы придумали, пацаны. Почему утка именно я? И где собака, которая должна меня догнать? Я так понимаю, в качестве собаки здесь будет гарпун. Нет, мудачки, нет, вас сегодня не светит. Во! Чуваки на охоту приехали и бухают. Нахрен им эти утки, зачем кого-то стрелять? Они просто спокойно побухают винишкой и все. Что-то сегодня прям, смотри-ка, эпоха Дэнди какая-то воскресает. Fire 909 Super Mario 64. Ну, давай посмотрим. Опа. Вот такой точно, наверное, был. Слишком много игр в нем было. Та-та-та. Та-т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 а. Та-та-та-та. Марио, принцесса была похищена. Тебе нужно 5 силовых звезд, чтобы открыть дверь с звездой на ней. Принцесса должна быть внутри. Та-та-та. Эй, ты, это опасно там сверху, король бомба не любит посетителей. Да был такой уровень, да, я помню.
Но, по-моему, я его не прошел. Та-т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 а
та-ра-ра-ра-та, блядь, засандалить по башке мне решила. Но он был, ладно. Не будет на нем останавливаться. Да и сколько же можно-то? Я обиделся на него уже. Сука, он меня обзывает, пес. Опять он, падла. Спайк Мейз. Давай посмотрим, что у нас за лабиринт. Бляха, давайте наберем его по уровню. Лучше так будет быстрее. У него, блядь, уровней целые вагоны. В каждом уровне нас обсирает, сука. Спас Мейз. Давай, ладно. Лабиринт какой-то. Где ты? Спайк Мейз. Сачамун. Сука. Сачамун, сука, надо было написать. А Space to Grab. И поворачивайся. Окей. Ага. Ага. Я понял. Короче говоря, надо держаться, потом отпускаться. И все будет нормас. Нормас, нормас. Заходи внутрь. Отлично. Отпускайся. Вываливайся! Спокойно. Тихо, 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 тихо. А-ха-ха! Красавчик, спокойно. Тихо. Опа. Нет! Тихо, спокойно. Отцепись! Нет, меня сейчас топоры порежут. Тихо, внутрь, падай, спокойно. Тихо, 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 тихо. И раз, спокойно. Я доехал. Это еще что? А, поехали. Поехали. Тихо, тихо, спокойно. Тихо, руки только не оторви. Ай, сука, раньше-то нельзя было написать. Let go, я вообще не знаю, что такое let go. Надо было написать нажми Z, а не let go. Что за херня? Блях, вот. А потом напишет, что я мудак еще до кучи. Смотри, вот по-любому так и будет. А потом напишет, что мудак. Вот как ни крути. Крути давай. Крути, говорю. Опа. Крути, опа. Крути, опа. Ага, крути. Едь твою, опа. Поехали. Едь. Я жив, 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 жив. Жив? Нет, все, труп едет. Просто труп. Да бляха-муха, ну я доехал почти. Охереть, там еще есть. Ну-ка, давай-ка. Вот там, короче, шары пошли. Бляха, это очень сложный уровень. Он сложный, но в то же время прикольный. Такие что-то у Сачимуна в последнее время редко я замечаю. Ну да ладно. И раз. И два. Опа. Спокойно. Опа. Да отпустись ты, ебаный олень! Куда ты лезешь на топоры-то? Не надо тебе на топорах быть, в принципе, ты там не умрёшь, этот... Запомни слово, топоры смерть, а, это синонимы, спокойно. Опа. Тихо, тихо, тихо. Ай, тихо, нет, зацепись, спокойно. Опа, вот так хорошо, да-да-да-да. Опа, вот так тоже замечательно, и... Куда ты, падай вниз, падла, вот, спокойно. Ага. Эй, тихо. Ага. Так, где-то тут надо отпуститься, главное не забыть. Спокойно, спокойно, спокойно. Перевернись. Вот здесь. Тихо! Ага. Вот это нарваз. Это хорошо. Ага, тихо. Нет! 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 Только не туда. Отпустись от них, собака! Вот тут отпустись. Падай, падла! О-о-о. Бляха, а там надо куда-то туда пролететь. А-а-а! Нет, 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 живой еще, живой, живой! Сука, топоры внутри! Не могу. Да сколько там до конца, это бесконечный лабиринт пол выпуска займет. Нахер тебя вообще. Я не буду проходить ор, я обиделся на него. Серьезно, что за херня-то, блядь? Второй выпуск за уровень. Я уровни его столько проходил, он мне говорит, ты идиот. Ты, говорит, мудак и все. Я лучше у Джези Макса Что такое? А. Лучше у Джези Макса красный уровень пройду. Он хоть меня не обзывает. А тот, сука, ишь ты, блядь. Какой он говорит? Идиот. Каких-то мудаков там поставил, который даже... Бляха. Идиотов поставил, который даже пиццу не жрут. Еще и обзывается на меня. Спокойно. А чё вы не стреляете? А, о! Ой, привет! Тихо. Надо быстрее.
Ага, до свидания. Красный уровень. А, это что, только уровень начался. Отлично, спокойно. Ох, здорово. Охереть. Так-то он этот. Так-то он сложный. Опа. Прощай. Ни о чемная херня. Тихо. Ага. 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 Опа, до свидосы. Эй, уделал, спокойно. Что делать-то? Я включил мастерство полет. Вместе надо делать. Jerkface B. B. Jerkface B. Или B-I, или B-E, B. Mortal Kombat 1. Ну-ка, давай посмотрим. Geekman против Мистер Быстрая Еда. Mortal Kombat 1. А что делать? На-ка. Я выиграл. Я выиграл. В чем проблема-то? Нет больше Мистер Толстая Еда. А, Geekman против Джастина Бибера. Даже делать ничего не надо было. Сам помер. Geekman против Мисс Мессиду. На. Поехали за мной. Two Aims Mortal Kombat. Ты любишь Mortal Kombat? Конечно, кто же его не любит? Это же такая классная... Это же такая классная игра. Mortal Kombat, это же такая классная... Бляха, видите красный уровень? Ведь не... я смотрю, у меня все черно-белое теперь на камере. Эпси... Подожди-ка, я теряю, не могу эти красные... Вот эти разноцветные уровни так, короче, просто на глаза наседают, а потом ни хрена не видно. CM Vlados. Вот и все. Это все, что я могу сказать об этом авторе. CM Vlados. CZV Cage of Death. Ну, давай. Клетка смерти. Ты куда? Подожди меня, чувак. Поехали. Это что-то в роли... И в чем проблема? Подожди-ка. Надо зацепиться за него, чтобы он тебя перекатил. Потом ты летишь туда. Или нет? Нет, ну это что-то из разряда WWE, но... На, сука. Я сломал им все столы, чё за херня-то? Ну-ка, на-ка. Вот! На-ка, тварь! Бляха, нога-то у меня отлетела, так нечестно. Нога-то отлетела у меня. Вот он, вот он, вот он! На! Да что ты ж, ёпта ж, собой ты его загораживаешь. Ты, блядь, дурак, нет. Тебе на... Вот, правильно, пусть он летит. Сука! Я ему головой прям, шапкой прям пробил им стол. Вот он! На! Я жив. Я чуваку сломал спину, нюхай жопу. Бляха. SN Flake EO. Love, Куплинов, Hard. Сложные уровни пошли, ну хорошо. Хе, Куплинов. Хе. Я не знаю, что значит хе. Но это, походу, дело классное какое-то слово. Хе. Хе. Хе-хе-хе-хе. Тихо. Ага. Эх ты ж, ёпта. Спокойно. Ну, здесь аккуратно. А ты откуда тут старый взялся-то? Поехали. А как туда заехать теперь? Заехать-то туда как? Вот, давай. Зацепи, да куда ты? Едь-то. Зубами цепляйся, падла! Куда? Куда ты полетел-то? Ну, зубами что? Надо было цепляться. Взрывайся! Эй, алло! Ты мина какая бессмертная. Смотри спокойно. Ага. Да, блядь, тут куча дедов. Они не дают мне проехать спокойно. Отойдите. Езжайте все туда. Давай. А теперь меня туда. О, отлично. Я не знаю, что случилось, но что-то классно, видать. А чё ж такого... Что с такого сегодня было сложно, вот я не понимаю. Нет, это всего лишь не сложно. Ярсе Кобас. Go to finish. Ой, ну да. Не то нажал. Ярсе Кобас, иди на финиш. Логичный какой уровень, представляешь? Уровень, ой, не то. Уровень, в котором надо добраться до финиша, называют иди к финишу. Классно, классно! Ты кто? А, нет, подожди, нормально, да? А, нет, не нормально. В чем проблема-то? А, окей. Ага. 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 Эй, ну хорошо, едем, да-да-да. Я ничего не нажимаю, мне просто хорошо. Я вон чуваку уселся куда-то. Куда-то не туда колеса. Мне все нормально. Поехали наверх. Вот. Отличненько. Тихо. Катырыл. Главное всегда за него нажимать катырыл. Нажал катырыл, жив. Не нажал катырыл, мертв. Тихо. Поехали.
смысле, поехали, поехали. Так, мне кажется, я туда не проеду. Да убери эту каталку отсюда нахер. Давай, давай, выныривай и потом под ней проскакивай. Опа. Сука, пускай она одна едет. Давай. Как-то вылези из-под нее, что ли, ёптыш. Отпусти ее. Ага. Давай, 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 ты сможешь. Давай, 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 давай. Пузо, пузо, пузо. Втягивай, втягивай. Втяни ты пузяку-то, еп. Давай. Ну-ка, делаю так. Нет, надо. Выдувай, сука, воздух из живота. Ну. Ай, мужик, красава. Просто молодчик. Может быть, надо было не так делать? Нет, я бы тут тоже не проехал. Опа. Хе-хе-хе, кусочек полетел. Ну давай, 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 давай. Давай, стреляй куда-нибудь подальше. Выход. Пожалуйста, без проблем. Без проблем. А, зе... Нет. А, бляха. Селесте Ксена, доктор Ху Квиз. Селесте Ксена, доктор Ху Квиз. Хорошо. Доктор Ху. Доктор Кто Квиз. А, добро пожаловать, доктор Кто Квиз уровень. Ну, да, привет. Это... А, я его не смотрел. А какой цвет Тардис? Ну, пусть будет красный. Я не смотрел доктор Кто, поэтому я... Ага, окей. Будем знать, что цвет Тардис это синий. Хорошо. Мы сейчас будем по логике вещей угадывать. Главное, водянку какую-то не поставить или что там. А какой лимб 10-й доктор... рука, хорошо, пусть будет рука. Ой, красавчик, угадал. А, что случилось, когда оборачивается какой-то ангел? Ты забываешь... Ну, здесь логично, что вот сюда, потому что тут не хватает куска вон этого, куска декорации. Палевный такой уровень. Так, что делает доктор всегда, когда беспокоится? А, что делает доктор... Всегда беспокоиться с ним. Наверное, тайм-тернер. Там он что-то на время... Что-то... Нет, не тайм-тернер, бляха! Ну, доктор кто-то, ну ты чё, давай, синий. Тихо, не на красный, не на... Я не смотрел реально этот сериал, я пытаюсь просто логично как-то... Так, там была рука, хорошо. Рука, это мы угадали. Тихо, не падай на ногу. Руку мы угадали. Здесь чего? Back in time. Ага, хорошо, назад во времени. Дальше у нас получается что? Какая-то отвертка Соника. Я не знаю, какая там у Соника была отвертка, но это она. Спокойно. Ай, все. Теперь мы только что с тобой стали знатоками доктора Кто. Если даже кто-то не смотрел доктора Кто, то теперь он знает, что доктор Кто это такой сериал. А то, что в этом сериале происходило, мы узнали только что. Краткий пересказ, краткий сюжет, очень все обрезано, урезано, но главная суть мы поняли. Пятница 13-е. Ну давай, скоро, говорят, выйдет игрушка такая страшная. А опять 13-й домик фермера, что ли? Ага. Просто, я не знаю, беспалевность уровень бог, но я тебя не вижу. А, что здесь, блядь, происходит? Опа! Ишь ты, бляха, хитрый какой. Кристальный... Джейсон, ты, по-моему, помер. Что здесь кто идет? Джейсон, тебя убили, ты плохой маньяк, ты убил сам себя. А, поплыли. По-моему, это нелогично, если нас убивают, и мы, получается, выиграли. Но поэтому эта игра еще и не вышла, потому что до конца, видать, недоработана. Дамир Кам, Impossible 90. Всегда, когда в Impossible написано, сука, меньше 100, это непроходимый уровень. Абсолютно непроходимый уровень. А, привет, Дима, это мой первый уровень, ты должен его пройти. Ну, окей. Ну, давай, попробуем. Опа. Ух ты ж, бляха, а как его пройти-то? Допустим. Тихо. Спокойно. Да без проблем, чё. Без проблем вообще. Ну, должен ж прошёл, чё. Там старый, по-моему, наебнулся. А, Икера 123. А вот теперь, заявляет Икера 123, реально impossible. Вот до этого была хуйня, а вот теперь реально impossible. Ну, хорошо, давай. А, я так понимаю, impossible значит ты. Ну, конечно же. Ну и чё? Стреляем, алё! Блять, а там мины!
Ага. Там такие мины, и гарпуны еще до кучи. Стреляем, алло! Сука, почти. Давай, о, красава. Минус два гарпуна, минус мины. Нет, чуваки, не сегодня. Не сегодня, не сейчас. Убери, сука, свою палку от меня. Эй, помру сейчас. Ну, как это так-то? Это же нечестно, ну. Бляха, прям в темечко попал. Смотри, стреляй, падла. Во, падай на мины. Да на мины ты должен был упасть, алё, стреляй. Во, правильно, сука. Опа. Ага. Я думал, они меня сейчас кинутся. Блин, ты что делаешь-то? Стреляйте и падайте на мины-то, ну. Во, красава. Ну да. Опачки. А. Он в спину по... В спину попал, в чем проблема-то? Ёп, ты да не разбивай ты голову, ты... Ты что, какой дурак-то? Ишь, ты ж смотри, что-то перестало, короче, получаться вообще. До этого было классно прям. Давай, вот, 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 вот! Они прям не дают шанса на нее дотронуться никакого. Тихо. Давай вверх. Опа. Опа. Сука, и не один на мин... Что это было? Вот, красава! А теперь все. Да ёпты, как это задевается-то, сука, сраные! Стреляй, чё сидишь-то? Стреляй, говорю, алё, стреляй! Я чё, тебе, блядь, танцор, что ли? Сука, там один гарпуна! И смотри, и мин... Вот перемотай прям, мина назад прилетела, падла, она не взорвалась, она взлетела и прилетела назад. Тихо! Последний гарпун и две мины. И я один, без кепки, сука, без кепки плохо. Без кепки это уже по-любому знак проигрыша, прям вот как ни крути. Блять, даже под конец! Он мне летел в голову этот гребаный гарпун, что меня загарпунит. Смотри, прям под конец. Я хотел просто головой туда лечь. Во, правильно, выходи оттуда нахер. А он хотел прям, знаешь, сука, и типа опять проигрыш. Ты представляешь, нет? Реально импосибл называется 3-3-3-3. Нихрена себе, 3-3-3-3. Вот это вот. Это какой сегодня выпуск-то? 129-й. 3-3-3-3. Ну, в принципе... Бляха-муха. 1 плюс 2. 3. 3 умножить на 3. 9. 1 плюс 2 это 3. 9 разделить на 1 плюс 2 получается сколько? 3. 3. Хуй его знает, что происходит, но мне немного страшно. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии. Сейчас тихо. Сегодня 3. Судя по всему, плохое число. Надо его опасаться, надо его избегать, потому что, блядь, слишком много тройка. Или наоборот, оно хорошее. Я вот хер его знает, хорошее сегодня число 3 или плохое. В комментариях пишите, там посмотрим. Сделаем вывод, боятся нам цифры 3 или нет. Все, всем пока. Раньше здесь был мат.